Когда отец мне говорил, осторожней с руками, жест должен быть один. Ты же не итальянец. Но тоже, правда, говорил еще и Табаков, говорил, что, друзья мои, не машите руками, когда вы хотите что-то сказать, потому что вы же все-таки не южные люди, которые руками только изъясняются. Вот. Интонационно какие-то вещи отец учил, порой даже с голоса иногда какие-то вещи, которые я не понимал, но потом со временем я делал это своим настолько, что я понял, что я бы сказал именно так. В этом и есть, наверное, профессия, когда порой даже неосознанно сделай вот так, ты потом поймешь, почему именно так. И он приучил меня к тому, что я делаю каждую роль своей настолько, что я уже порой даже не различаю, где я, где мой герой.